Итак, тест вот этого вот японского камня точильного. Значит, тест делаем на предмет его зернистости, абразивности, насколько тонко работает, вот, и можно ли его использовать как финишный камень для заточки опасных бритв. Тестировать будем на японской бритве Ритоку. Вот. Для начала, значит, мы берем, наносим риску. Это шеститысячник, искусственный камень. Где-то проходов 40 достаточно. Видим, как тут стружка выделяется. Так, ну вот. Так, моем камень. Самое главное, моем бритву, чтобы частиц абразивных не осталось. Так, затем берем камень и алмазной пластиной 1000 грит, значит, наводим суспензию. Камень такой достаточно плотный, достаточно твердый. Ну, посмотрим, как он работает. Так, где-то по 100 кругов с каждой стороны. Так, ну вот суспензия потемнела, вот если мы ее сравним, да, вот эта вот суспензия, она темная, знаю, видно, нет, вот это более светлая, та, которая не участвовала, стекла на угол камня. Так, ну все, 100 проходов, значит, суспензию практически смываем, так, здесь чуть осталось, еще по 50, то есть практически почти на чистом камне с легкой такой суспензией. Так, с обратной стороны. Такой легкий шелестящий звук. Вот, камень достаточно однородный, как бы видно, без каких-либо вкраплений. Так, и теперь чуть-чуть, слегка под струей воды. То есть исключить влияние суспензии и работа на чистом камне.
Так, ну все, достаточно. Промыли. Так, вытираем руки. Так, притираем бритву. Так, ну такая у нас кромочка получилась. Так, посмотрим. Вот, кромка достаточно зеркальная, насколько я вижу. Так, и далее ремень. Так, все, значит, здесь стараюсь я одним кадром сделать, чтобы, так сказать, все на виду. Так, сначала на льняной стороне, так, проходов по 10. Так, достаточно. Так, и теперь на чистой коже. Так, ну, по 30 проходов с каждой стороны. Достаточно, думаю. Так, все это ремень убираем. Значит, и далее подводим резюме. То есть делаем тест на рез волоса. Так, для этого вот материал. Такой темный. Положим, чтобы было все хорошо видно. Так, приблизим, насколько возможно. Так, берем волос. Так, надеюсь, волос видно. Надеюсь. Так, и проводим тест. Так, волос срезался, но очень мягко. Так, еще один волос. Так, видно. Тоже совершенно без звука. Это отлично. Очень хорошо. Так. Снова. Так, здесь чуть-чуть звук был ближе пяточки, ну. Так, посередине еще раз.
Здесь вот мягче режет посередине. Так, ну здесь тоже волос, в принципе, режется очень хорошо. Значит, я считаю, я доволен. Камень, ну, считаю, что он вполне может быть финишником. Можно его на него финишировать бритву, дальше ремень и бриться. Отличный камень. Так, все, всем пока.